Доброе утро. Ой, кто спит еще? Сегодня у нас на завтрак была такая, знаете, прям жидко-жидко сделала манную кашу. Когда и у Джессики были детки, мы говорили, что нужна и маночка жиденькая. Нифига. Ни Джессикины дети ее не ели, и эти тоже не хотят. Так что завтрак у нас не удался. Кефир они с большим удовольствием. А манку ешь сама. Да. Кто возмущает? Ты возмущаешься, да. Чуть, скажи, нас хозяйка не отравила какой-то кашей. Кефир давай, а не кашу. Да, чуть не отравила. Уже соображаю тут. Что нравится им, что не нравится. Мамка, ты как-то легла так-то? Доступа нету к титькам. К титькам нет доступа. Кто такой красивый у нас? Что за девочка? Скажи, мы уже пытаемся сбежать отсюда. Не нравится нам тут сидеть. Айза еще, мне кажется, темнеет прям. Ой, мамка, скажи, ты давай ложись хорошо. Иначе нам неудобно. О, Байкал. Так, Левка, походу, опять полез. Байкал пошел. Это на стрёме стоит. Байкал. Я сейчас этому Леве. Вот Левка понял, что там еда может быть, а? Это полетел, значит. Ты услышал, что Лева прыгнул? Эй, бригада, работают в паре, все понятно, вы в паре с Лёвкой. Че, нету там колбасок никаких, да? Нету колбасок никаких, не удалось. Продуманы. Пошел, пошел, вдруг что? Пошел, Байкал, все-таки надежда. Опа, прыгает там. Ой, упал. Лёвушка, что, неудачно, да? Неудачно приземлился. Ага. Дурк, что раздают. Лайки тоже пошла. Лёва этот. Здравствуйте, здравствуйте. Вы покушали? Мамка вас покормила. Да мои такие. О. Старшим тоже налила мамочку. Никто не ест. Видите, Лаки хотел, но Джесси охраняет. Не деремся, бабы. Давайте за кашу передеремся. Сейчас манка это полетит по всему дому, если бабоньки начнут. Совсем самостоятельные стали. Байкал, колбаски закончились. Все вокруг детей.